Давай, давай, давай. А, блин! Сзади еще! Урод! Я сейчас выпаду, наверное! От меня! Проваливай нахрен! Добро пожаловать в игрушку The Last of Us 2. С вами канал Алекс Плей, мы продолжаем играть. Приятного просмотра. Мы сейчас находимся на 5-й трассе, и нам нужно дойти до больницы. Ну, попробуем. А вот и вход. Ну, вперед. Давай посмотрим. Навались. Давай, 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 давай. Отлично. А назад, я так полагаю, уже не выйдешь, да. Назад уже дороги нету. Только вперед. Окей, у меня, правда, патроны. Надо как-то пробраться. Просто нифига нету патронов. Давай хотя бы лук возьмем. У меня одна стрела, один патрон у винтовки и два патрона у револьвера. Благо я, ребятки, мачете подлатал. И оно у меня сейчас в полной боевой готовности, как говорится. Так. Надо бы Патрики найти. Тут много бутылок, но навряд ли тут патрон, да, есть. Да, тут просто сплошные пустые бутылки. Изолента. Кто-то не забрал. А мне пригодится. Так, видимо, сюда нам, да? Надо будет. По-моему, тут кто-то есть. Я слышу ворон. Вороны летают. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это мы заберем. Коллекционная карточка, чуть ли не пропустили. Ну-ка, давайте посмотрим, кто это такой у нас. Рэнди Стайлз. Переворачиваем, посмотрим. Так, настоящее имя Рэндалл Стайлз. Ум 100, сила 80, стороны нету. Тут описание для кого интересно. Сторона нейтральная. Окей. Карточки я люблю. Мне тоже понравилось собирать их. Мест нету. Я ничего скрафтить не могу. А, светошумовая. Почему я не пользуюсь светошумовой? Надо будет попробовать испытать. Че бы нет. Все равно мне дофига ее. Ладно, вперед. И опять по лужам, замечательно. Так, так, так. А тут мы не были, да? Давай прям через это, через стекло. Или можем потихоньку открыть. Давай, может быть, откроем потихоньку. Заперто. А стекло не разбито. Поэтому делаем так. Убегаем! У меня патронов нету! Да у меня патронов нахрен нету! Как я буду с ними бороться? Нам туда надо. Там, я думаю, будет лут какой-нибудь хороший. Может, тут пособираем? Поблизости, может, что-нибудь будет. А потом туда вернемся, да? Мне нужно патронов больше. Иначе я просто с ними не справлюсь. Я могу ловушку сделать, точно. Я ловушку там поставлю и разобью стекло. Они выйдут и взорвутся. Идеально, по-моему. Ощути ее любовь. Что за хрень? Давай посмотрим. Так, что она делала, мы же только начали, нельзя было этого говорить, теперь знаю, лучше бы моя долбанная маска оставалась, бла-бла-бла, это мы все читали.
Ощутили любовь. Кто это вообще такие? Зачем они это сделали? Тихо-тихо-тихо. Ощути ее любовь. Это какие-то сектанты, я так полагаю, да? Так. Тут можно по лестнице наверх пробраться. Так, ладно, ну там это уже чуть попозже. Я придумал, как мы сейчас их выманим. Можно вообще как-то это все дело обойти? Вот трупаки. Тут все застеклено, вот в чем дело. Мы заберем. Так нам-то в результате надо будет дальше, да, идти? Давай, знаете, на всякий случай сохранимся. Кто его знает. Я боюсь опять куда-нибудь зайду и пойду по сюжетной линии. А там, видимо, что-то ценное будет. Я бы хотел это все забрать. Ну-ка. Может, тут патроны будут? Потому что патронов вообще нету. Это фигово. Нету. Никак. Тут тоже все закрыто. Я уверен, тут закрыто все. Черт, надо туда попасть. А, ну вот, мы потом сюда залезем и проберемся. Все, я понял. Это уже будет сюжетка, да, основная. А там по-любому какой-то секретик должен быть. А нечего по улицам шататься. Я знаю, как мы попадем в это здание. Так, сюда. Сюда. Отлично. Так, в одно здание мы забрались. Отличненько. Тихо-тихо-тихо, успокойся, боже мой. Здесь зомбарей тут нету. Октябрь 2013. Смотри, какой милый котик. Слушай, у меня была похожая кошка вот такая. Офигительная. У нее еще нос белый был. Так, а что такое? Какое-то восьмое помеченное. Восьмое число. Связано, да? Тут, наверное, сейф будет. Да, ребят, тут будет сейф. Да, вот он. Ага, все, надо разгадать загадку. О, плюс карточка, смотрите, хорошо. Ну-ка. Кто это такой? Звездный знак. Настоящее имя Чжан Лэй. 80, сила 80. Общество защитников. И информация о нем. Нейтральный герой. Заберем. Так. Октябрь. Октябрь 08-2013. Не знаю, давай попробуем. Ну там 30-е было отмечено. 30. Там годовщина 30 лет, да? Так. Допустим, 08. 2000. Это значит 20. 20. 2013 получается, да? Не вышло. Так, нет. Окей. Надо изучить. А, вот, медосмотр 04-10-13. 30-летие 08-10-13. Эвакуация 24-10-13. А, медосмотр кошки, получается, или чего? Или кого медосмотр их какой кошки, мать его. А, я думаю, у них 08, 10, 13, 30-летие.
Значит, наверное, это правильный код. 08-10-13, окей. 08-10-13. Давай проверим. Десятый месяц, да? Да, прости, прости, не так делал. 08-08-08. Десятый месяц получается, да? 10 и 2013. А, нет, месяц восьмой, день десятый. А год 2013, вот. В смысле, мать его, а как? Я так понимаю, 30-летие же пароль. Ноль, восемь, десять, тринадцать. Я правильно нажал? 08-10-13. Я, по-моему, все правильно сделал. 08-08-10-13. Значит, какой-то другой, слушай. А какой тогда? Медосмотр навряд ли. Эвакуация тоже навряд ли. Так, 08-10-13. Так, слушай, я даже не знаю, давай прогуляемся. Посмотрим. Ножницы, отлично. Так, это возьмем. Нет места. О, открыто. Фига себе, они тут хорошо живут, слушай. Довольно-таки... Просторно. О, это мне нужно. Всякие болтики, винтики нам пригодятся. Просто нету места. Тут дофига всего, у меня нету места. Может, что-то сделаем? Ловушку давайте сделаем. Давайте ловушку сделаем. И, в принципе, все. Надо было вот собрать. В городе еще полно припасов. Слушай, в городе действительно много. Я думаю, тут навряд ли все обыскивали, потому что опасались городов. В городе обычно и зомбарей тоже много. Слушай, ну тут, ну, лутаться можно. Стол. Стол с модификациями. Хорошо, мы сейчас тут все пробежим и модифицируем, наверное. Оружие. Ой, простите. В ванной ничего не было. Так, а что такое? Туда не пройдешь? Заперто. Как ты можешь туда, я думаю, залезть? Любого много секретиков. Ну-ка, давай посмотрим. Могу ли я винтовку прокачать? Я же хотел винтовку прокачать. А у меня 67. Давайте пока что, блин, Какого черта? Какого черта? В смысле? Вали нахрен! Боже. Черт у Айзека! Мы не вернемся! Ой, перезарядка, мать его. Да блин, я первый! Да иди в задницу! Твою мать! Она пустая! Ага, не дождешься. Тихо. Дохни, мать его! Фига себе! Скотина! Охренеть! А где они были-то все это время? Господи, вы больные, что ли? Охренеть! Просто охренеть. Хотел модифицировать ружье, а тут засада.
Все, у меня один патрон остался. Просто, мать его, один патрон. Надо было экономить. И у них нет... А вот два патрона для пистолета. И все. Они сами, блин, пустые все. Так. Так, ребятки, я тут нашел какую-то книжку. На кровати. Давай посмотрим. Надо будет ознакомиться. Офигеть. Органическая химия, теория и практика, издание 11. Прикольно, это новые навыки, да? Отлично. Давай посмотрим, ну-ка. Это последнее, пятое получается, да? Ну-ка. Изготовление разрывных стрел. Изготовление стрел с разрывными наконечниками, наносящих значительный урон всем целям в радиусе взрыва. Офигеть. По-любому. Качаем. Улучшенные мини-ловушки. Изготовление более эффективных мини-ловушек с увеличенной дальностью поражения. Радиус взрыва плюс 50. Вот это, кстати, классно. Молотова мы тоже делаем. Увеличение радиуса поражения. Больше мини-ловушек. Изготовление большее количество мини-ловушек. Из тех же ресурсов. Изготовление 1-2. Вместимость 3-4 будет. А, я сразу по 2 буду изготавливать. Больше разрывных стрел будет. Изготовление 1-2 будет. И будет вместо 1 будет 2. А вместимость будет вместо 3-4. Офигенно. Так, таблетки также тут есть. Аптека. Я теперь... А мне нужна стрела, да? Стрела-то мне по-любому нужна. И какая-то записка. Привет, Мелисса. Оставляю тебе это, если ты все-таки решишь пойти с нами. Мы выходим из опорного пункта на рассвете. Я задерживал остальных сколько мог, но нам... Но нами заинтересовался Азик. Мы все хорошо помним, что было в прошлом... С прошлыми дезертирами. План тот же. Иди на юг и проверить эти слухи. Может, это и глупо, но уже лучше глупая надежда, чем управляемый фанатизм Айзека. Вспомни, какими мы были. Вов нас приняли, но они для нас чужие. Я очень хочу, чтобы ты ушла со стадиона вместе с нами. Надеюсь, ты так и сделаешь. Цзисо. Я похожа на псину. Патроны хоть... Ну, блин, хоть патроны дали, отлично. О! Офигенно. Это у меня все закончилось. И для дробовика. Ну, капец. Почему я сразу в эту комнату не зашел? Это идеально просто комната. Так, сейчас сразу надо перезарядить. Все, орудие. Вот, я могу разрывную сделать. Разрывную стрелу. Так, у них я вроде тоже все взяла. В принципе, тут больше ничего такого нету. Угу. Должна быть какая-то подсказка. Надо быть осторожней. Да-да. Это зал, получается, правильно? Это кухня. Еще одна записка. Так, милый, я собрала вещи, но эти люди из Федора уже начали грузить всех в автобус. А ты куда-то подевался? На всякий случай я спрятала кое-что из своих вещей в сейфе. Вот оно. Может, это и лишнее, но говорят, что Федра конфискует вещи якобы из-за карантина. Все это мне очень не нравится. Код по-прежнему... Код по-прежнему дата нашей свадьбы. Понимаю, что это 30 лет назад, но ты ведь не забыл, правда? До скорой встречи. С любовью, Эллен. Дата нашей свадьбы. 30 лет назад. Минус 30 лет, что ли? Минус 30 лет надо? А
отнять 30 лет? А, подожди, мы 30 лет отнимаем, и получается... Получается 83-й. Получается... 10-й месяц, 83-й. Вон оно что. Так, все, я понял, смотрите. Минус 30 лет мы отняли. 8-го. 8 месяца. 8 месяца, 10-й день. 83-го года, да-да-да. 83-й. Изи был. Отлично. Так. И опять патроны. Таблеток много, это хорошо. Можем прокачать навыки. Мне последняя ветка прям понравилась. Так, идем сюда. 40 как раз. Да-да-да, радиус будет лучше. О, коктейль. Я хочу эту ветку до конца докачать. Она полезная. Будут ресурсы нам экономить. То есть вместо двух стрел, вместо одной стрелы у нас будут две разрывные. И также с другими тоже. Это будет стакаться, да? Так, наверх нельзя. Вот тут я по-любому, давайте, да, почему я не на ту же мы. Тут мы сохраняемся и идем. Идем вниз, потому что, блин, там дофига зомбарей было. Можно ловушку, кстати, поставить. Я так понимаю, я на нижний этаж попаду, да, где я разбивал. Или нет? А возможно, это другое здание. Ладно, тут тоже мы соберем. Вот покушали немножко. Перекусили, восполнили здоровье. Угу, так. Это нам не надо. Ну давай, изготовим взрывающуюся стрелу. Посмотрим, как раз ресурсы соберем. Слушай, ну это мощно будет, ну-ка. Охренительно. Видели наконечник ее? Это будет просто бомбезно. Так, а теперь я смогу выйти, открыть, да? Отлично, ну тут больше ничего такого нету. А, чуть не пропустил. Подвал, мать его. Посмотрим, что у них тут. Охренеть, это какая-то потайная комната, что ли? Так, 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 интересно. И куда я попаду? А, ну я просто вышла, да? Можно, видимо, попасть. Это чтобы туда попасть. Тут же больше ничего такого нету, да? Правильно? А, в общем, было два способа сюда попасть. Либо через верх, либо через низ. Мы пробрались через верх. Вон оно что. Окей, я понял. Все, и тут мы уже выходим. Это здание мы облутали. Там ничего нету. Вот в то здание мы еще хотели, да? Вот тут по-любому сохраняемся. Потому что может все не по плану пойти. Так, я хочу заминировать вот здесь, наверное. Ставится. Можно вот здесь заминировать. Потом мы отбежим и здесь заминируем еще. Давай две сделаем. Потом возьмем винтовочку. Можно из нее, в принципе, стрельнуть. Тут еще одна будет. Давай, иди сюда. Иди, иди, иди. О, боже мой, классно. Охренеть. А бросать ее нельзя? Было прикольно, если можно было бросить. Чуть сама не подзорвалась. Твою мать. Так.
пока что по одной, да, делаем. Потом будем по две сразу делать. Хорошая так-то штучка. И патроны экономят. Так, ну вот и все, получается. Чем можем тут еще сделать? А прочность какая? О, мачете плохая прочность. Можно мачете, в принципе, прокачать. А, нет, не можем изготовить. Окей. Так я стрелы сам делаю, что ли? Я могу простые делать стрелы, а могу с разрывные, получается. 6 простых стрел и 3 разрывные могу делать. Давай сделаем разрывные еще. По-любому надо будет потестить. Другое дело, теперь есть куда ресурсы девать. Так, неплохо было. Вот в таких моментах нужно засаду сделать, да? Подготовить засаду. И потом просто напасть. Ну вот, хорошо, что мы сюда потом пришли. В последнюю очередь. Как раз ресурсы пополнили. Было чем отбиваться. Хотя, в принципе, я мог сразу вот просто взять разрывные, да? Ловушку вот эту взять. И просто все взорвать. Всех взорвать нахрен. Так, это мы заберем. Уже места нет, ты серьезно? Давай тогда делаем коктейль Молотова еще. Можно аптеку сделать. Так, другое дело, теперь есть куда складывать. Это кухня. О, таблетки, нифига себе. 12 штук. Да чё ты пригинаешься-то, боже мой. Мы прям вдоволь облутались. Так, и тут что-то еще нет. Так, ну что, можем прокачаться? Сколько у меня таблетков? 66. 66 таблеток. А, значит, вот, изготовление... мин-ловушек. Каких мини-ловушек? Мин-ловушек. Вместимость будет 4. Отлично, и стрелы потом прокачаем. Зря я сделал, да, мин-ловушку? Давай сейчас проверим, допустим, я делаю... А, уже не с чего просто делать. Ничего, ну это... Этих ресурсов вдоволь. Найдем. Ну хорошо. Так, а теперь нам получается вверх. Так, все, проверим, все перезаряжено. Ну тут видно, видите, если наконечник настрелять, это значит разрывные. Окей. Неожиданно так будет классно использовать. Ну все, вдоль облутались. Ладно. Осторожно, мусорные баки не ставить. Осторожно, скользкий пандус. Что-то мне как-то тут не нравится, слушай. Ага, мы должны куда-то залезть. Давай. Осмотримся. Контейнер не просто так здесь. А, мы должны этот контейнер взять. Нам нужно, чтобы куда-то залезть. Черт. Скользкий пандус, я понял. Он пока будет катиться, мы как раз поднимем. Давай. Вон оно как. Получилось. Отлично. Слушай, гений. Молодец, Элли. Так, и зачем? И куда нам? Ну туда-то нам не надо. А, все, я понял. Нам надо наверх. Видимо, вот сюда. Потому что дверь закрыта здесь. Ладно. И с
еще можно выйти и лут собрать. Но мы тут все уже облутали, поэтому можно прямиком наверх идти. Так, так, так. Вау. Охренеть. Вот больница. Черт. Я думала, я ближе. А, она еще далеко, видите? Ну, покажи свои надписи. Интересно же, всем интересно. Покажи. Так. Lake Hill Seattle больница. Кажется, это здесь. Ищи, ищи больную красную табличку. Окей. Вниз, я думаю, мы не спрыгнем, погибнем. Нам вот это все дело обойти, а потом мы пойдем по этим развалинам. Тут придется, наверное, разбить окно. Что это такое? Так, значит так, хорошо. И куда теперь? Неужели мне придется прыгать? Тут высоко довольно-таки. А, ну вон, я, кажется, понял. Тут вот эта пристройка. Я думаю, надо туда допрыгнуть, да? Отлично, теперь вниз можно. Вот, хорошо. Назад, правда, мы уже не поднимемся, если тут до хрена зомбарей. А что она здесь? А, там много патронов. Там дохренища патронов. А как? Я туда хочу. Мы должны туда попасть. Я, кажется, уже придумал как. Так. Другое дело. Вот мы уже здесь. Слушай, найс. Смотри, смотри, смотри. Офигеть. Тут ресурсов дофига просто. Правда, много чего лишнего, ненужного нам. Патрон для револьвера, для дробовика. Потом всякие шестеренки. Они нам тоже нужны. Чтобы винтовку уже прокачать. Мощности добавить. Сколько там, 25%? Карточка, ну-ка. Посмотрим на... Поглядим на карточку. Кто это такой? Новый персонаж. Архивраг. Архивраг какой-то. Так, 60, сила 60, стороны нет. Настоящее имя Маркус Фордхэм. И тут его биография. Нейтральный злодей. Окей. Ну, что-то мало ресурсов дали. Я думал, побольше дадут. Ну, спасибо на этом. Хоть что-то. Тихо-тихо, ты что делаешь? Все заряжено. Кстати, еще есть дверь. Она забаррикадирована. Так, значит, тут, видимо, ничего такого интересного. Вот, ну-ка. Я думал, разбить можно, ладно. Когда на выход? Вонища какая. Ой, что-то не нравится мне здесь. Мне нравится мне эта тишина. Напрягает немножко. Тут совсем так тихо. Кто-то, мать его, пробежал здесь. О. Охренеть. Какая-то перестрелка была. Да лучше по-тихому. Сраный пес. Так тебе и надо. Так поубивали всех. Только кто это? Не нравится мне все это. Ах ты, черт! Блин!
Кто это, мать его, был? Тихо. Я испугался. Патрон потратил зря. Так, нет патронов, ни хрена. Да, паршиво. Хреново, да. Я думаю, на меня будут нападать. Давай, наверное, вместо винтовки дробовик поставим. Тут тесное пространство. Дробовик будет прям в самый раз. Куда он побежал-то? Замечательно. Сталкеры. О, черт. Блин, они внезапно, да, нападают? Надо отсюда выбираться. Блин, мне страшно. Сейчас бы только коктейль Молотова кинуть. Ой, как напряжено-то. Черт. Как выбраться? Так, ну мы вроде все тут сделали. А ножницы для чего нужно? А, для стрел. Боже мой. Боже мой, что это, мать его, такое? Охренеть, тут все заражено. Я боюсь, их трое, да, было? Но они боятся на меня нападать, хоть их трое. Они как-то такие трусливые, они из-под тишка нападают. Попался! Сдохни! У меня мачете скоро не будет. Изолента нужна. Тогда могли бы починить. По-моему, тут они еще есть. Это еще не все. Блин, ресурсы нужны. Дробовик. Спасибо. Блин, тут офис. Неужели скотча ни у кого нету, мать его? Нужен скотч, скотча нету. Все дела такие-то плохие. Да блин! Да иди ты в задницу! Так он один, ладно?
Да блин, ну почему ты так хреново-то? Так, надо было просто привязаться. Я забыл привязаться, блин. Так, ладно, с этого момента начинаем. Хреново, что я скотч не нашел. Мачете у меня на один удар. Ладно, постараемся не потратить мачете. Ой-ой-ой-ой. Чуть не пропустил. Да вали ты нахрен! Так, тут надо поменять. Да что ты делаешь? Ты, ну, взял аптеку уже. О, скотч! Почему так поздно-то скотч дали? Я мачете уже потратил. Вечно так, блин. Ну, кто еще? То-то. Могли бы восстановить мачете. Блин, ну так криповенько тут, блин. Давай подхилимся уже до конца. В всякий случай, надо следить за здоровьем. Стрелами лучше, конечно, пользоваться, когда ты в стелсе, когда тебя не видят. Так ты не успеваешь натянуть тетиву и все такое. Куда же идти-то, блин? Заблудиться можно. Я же не буду спрыгивать в реку. Вот эта больница. Уже недалеко. А я смогу туда перепрыгнуть? Мне кажется, нет. Значит, надо обойти как-то это. А, вот, я могу отсюда подняться. Вот так вот, отлично. Если я отпрыгну сюда. Я же упаду, да? Так, спущусь на улицу. Тут опять эти сталкеры. А тут не было, я так полагаю. Достать меня не может. Так, тихо, спокойно. Да блин! Я не успел перезарядиться! Да
Да ну умрите уже! Охренеть. Ладно, подождите аптеку. Ладно. Надо идти. Не знаю, стрелы возьмем. Должен же где-то быть выход. Ну взрывчатки, они опасные. Я же их кинуть не могу, да? Еще кто-то лазит там, мать его. Так, дробовик, кстати, тут прям в самый раз. Так, ну понятно, куда мне. Только тут немножечко прогуляемся. Тут мы еще не все собрали. Так, ладно. А ее нельзя кидать, да? И ловушку такую можно устанавливать, я так полагаю, да? Знаете, еще посмотрим. Так, я теперь могу по две их изготавливать. Да, три, отлично. Блин, нафиг. Знаете, что сделаем? Давайте дробовик возьмем. Давай! Давай, 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 давай. Черт! Давай, давай, давай! О, блин! Кстати, еще! Урод! Я сейчас выпаду, наверное! Рывай нахрен! Жестко! Он еще хватается, мать его! Вали нахрен! Боже мой! Да вали ты нахрен! Теки по течению, мать его! Все! Не сопротивляйся! Плыть нужно по течению! О, боже мой! Нет, 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 ну я не хочу! Я хочу против! А, нет! Да блин! Так, за что тут схватишься? Ой-ой-ой-ой, сейчас шип... Только не врубайся. Твою ж мать, это хреново было. Фига себе, я ударился. Боже мой. Сраный Сиэтл. Вот за это я люблю эту игрушку The Last of Us. Что первая, что вторая часть, они охренительные. Надеюсь, тут не будет какого-нибудь крокодила. А я уже вижу, лук мигает. Смотрим, что тут такое. Тихо-тихо-тихо-тихо, что ты делаешь? И труба есть, труба, отлично. Палка, ну хотя палка. На три удара, правда. Но ее можно модифицировать, если что. А я не поднимусь так? Так не поднимешься. А вон лестницу вижу. Охренеть. Это эпик был. Так. А. Дверь есть. Она закрыта. Замечательно. Так, и куда мне? А, тут можно проплыть, кстати. Давай, давай, давай. Мы на другой стороне оказались. Давай, на всякий случай, откроем дверь. Там убегать надо будет. А, это секретик, да, тут припасы. Ах!
Убежал ты, мать его! Да, даже лишний раз пальнул опять. Отлично. Охренительный скримак! Вот это его за это. О, спрятали. Охренеть, он сливался со стеной, я даже не видел его. Боже мой. Разработчики молодцы, конечно, классно спрятали. Фух. Так, тут больше ничего, да, нету. Аптеку мы сделаем. Вот как раз тряпка. Тряпку мы заберем. Можно будет взять. Так, ну это не выход, да? Это был секретик, я нашел секретик, я думал. А для чего дверь нужна? А туда нельзя против течения. Оттуда я выплыл. Да, оттуда я выплыл. Нам надо как-то. Нам надо как-то туда попасть. Должен быть какой-то палет или еще что-нибудь. Ну-ка, давай попробуем отсюда забраться. А, ну вот, да. Наверное, сюда. Тут прыгаем. Там ничего нету. И чё толку я здесь оказался? По трубам, может быть, надо было? То есть я зря спрыгнул. Хорошо, давай попробуем еще раз. Допустим, так. Потом сюда, потом сюда. Тут надо на трубы залезть, наверное. Ну да, все правильно. Блин, тут скользко. Тихо-тихо. Тут надо прилечь. Так, ну вот все. Балтецкого тут нету. Заберите меня отсюда. Да, пора проваливать отсюда. Что-то тут не очень комфортно лазить. Я сейчас кто-нибудь мне по пальцам пройдется, нет? Когда буду решетку вот ногой так бам! И я вниз. Благо. Тут никого не было. Так, ладно. Где я хоть нахожусь? На, вот это хрен его знает. Так, в каком-то здании. Надо выйти на улицу, чтобы понять, да? Ну, это метро. Это определенно метро. Или нет? Тут батончики. Можно было под это... подхиляться. Я аптеку использовал. А если выстрелить в замок? Я туда попаду или нет? Может быть, мне, в принципе, туда и не надо. Не, я думаю, не надо. Пойдем наверх. Так. Я здесь. А больница вот тут. Срежу через парк. Так, через парк. Я думаю, через парк мы пойдем уже в следующей серии, ребятки. Было, мне кажется, охренительно. Было очень круто. Вот, в следующей серии мы продолжим. Изучим этот парк. Я не знаю, кто нас тут будет ждать. Вот, каких зомбарей мы встретим. Сомневаюсь, что все гладко пройдет. Тем лучше, да? Будет интересней. С вами был канал AlexPlay, ребят. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Спасибо, что смотрите, оставляйте комментарии. Фух, ну а я пойду отсыпаться и завтра для вас готовить новую серию.
На, возможно, даже сегодня ты посмотришь. Всем пока, ребятки. Спасибо, что вы есть.